Здравствуйте, меня зовут Дарья, и вы смотрите еженедельный видеодайджест о проекте Skyway. Четвертый выпуск подряд мы продолжаем работу из дома, чтобы вы регулярно получали актуальную информацию о технологии Skyway. Поэтому устраивайтесь поудобнее и смотрите новости о проекте за прошедшую неделю. Смотрите сегодня в выпуске. ЗАО «Струнные технологии» завершает разработку новой дверной системы для транспорта Skyway. На телеканале «Беларусь-1» вышел репортаж из Центра испытаний струнного транспорта в Марьиной Горке. В личном кабинете доступны новые инвестиционные предложения с дисконтом 1 к 100. ЗАО «Струнные технологии» завершает разработку преслонно-сдвижных дверей для транспорта Skyway. О новой системе рассказал начальник бюро функционально-системного анализа Алексей Каханович. По словам инженера, двери помогут сэкономить пространство внутри салона и сделают поездки на струнном транспорте еще безопаснее. Для этого в механизме предусмотрено более 10 датчиков, которые умеют обнаруживать препятствия на пути движения створок. Например, если в дверях застрянет лямка рюкзака или галстук, датчики среагируют и вовремя откроют двери. Новый механизм планируют установить на юнибусах вместо обычных раздвижных дверей. Тестовые испытания опытных образцов начнутся после завершения разработки. На главном белорусском телеканале «Беларусь-1» вышла передача «Маршрут построен» с репортажем из Центра испытаний струнных технологий «Экотехнопарк». Журналисты оценили сразу 3 вида транспорта Skyway, увидели испытания 14-местного юнибуса и смогли прокатиться на юникаре по легкой путевой структуре. Во время поездки журналисты отметили комфорт салона струнного транспорта, который оборудован информационным дисплеем, климат-контролем и камерой наблюдения. По словам ведущей, такой транспорт похож на космический корабль. Съемки передачи прошли летом прошлого года. Сегодня вы можете посмотреть полный репортаж по ссылке в описании под видео. В последние месяцы государство и частные компании столкнулись с экономическими вызовами. Чтобы преодолеть кризис, группа компаний Skyway подготовила инвестиционное предложение Step Up 2021. Теперь вы сможете инвестировать в струнный транспорт в рассрочку или единовременным платежом с дисконтом до 1 к 100. Такой дисконт был доступен инвесторам, когда у проекта еще не было серьезных достижений. Центров испытаний в Беларуси и Объединенных Арабских Эмиратах, собственного производства на 1000 сотрудников и более 10 моделей струнного транспорта. Сегодня проект готов снова предложить повышенный дисконт для тех, кто хочет поддержать стабильное развитие Skyway. Вы сможете воспользоваться новыми инвестиционными предложениями до 30 июня. Подробные условия акции читайте по ссылке в описании под видео. Это были все главные новости за неделю. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить следующие выпуски. До встречи!